Местный автомагазин под названием «Класс А» сегодня вновь стал объектом льющихся возмущений со стороны пожаловавших экологов и работников санэпидстанции города. Однако весомого успеха выписанные акты и протоколы, как видно, не дали. Холмы строительного мусора не сдвинули и с места. Более того, хозяева и вовсе отказались комментировать происходящее. Странно, что мусор не убрали со двора дома, расположенного в районе каменного карьера. Здесь, как и прежде, ютятся приезжие гастарбайтеры из соседнего Азербайджана. Хозяев на месте, естественно, не оказалось. Однако со звонком на личный номер через недолгое время он все же оказался на месте. Звонок сделаем. Мы от вас не отстанем, пока вы не сделаете. Хорошо. Наймите срок, вы вырастите. Вот, до следующей недели. До следующей недели. Сделай забор, чтобы ни к вам не залазили. Не допускайте, чтобы чужие теперь к вам добрались. Сегодня хозяин пообещал огородить территорию собственного дома и впредь не быть причиной визита подобных гостей. Ну а далее представители эпидемиологической проверки направились к дому по улице Батырая, 7. Высокий дом с творческим рельефом постройки выглядит довольно впечатляюще. Однако за забором этого самого дома творится совсем иная картина. Навести порядок хозяйка пообещала уже завтра. Смотрите, 16 часов придем. Если это мусор будет... Фарида Казыметова, Гайдар Рамазанов, новости Каспий ТВ.